Все будет ок, ведь с вами Волчок и Илюха. Поздоровайся. Всем привет. Вот, мы играем в Killing Floor. О, я вижу. О, дебил. Смотри, дебилы пошли. Бей дебилов. Сколько их там вообще? Минус. Давай за мной. Мы, получается, должны дебилов бить. Нам надо в магазин. Иди за мной. Сзади. Сзади тебя. Сзади тебя, ты чего? О, жирный. Илюха, сзади. Ты чё сзади? Блин, да вас до хрена. Ты чё погиб? От берсерка ты убил. Ты погиб. Так. А, мне нужно в магазин бежать. Срочно. У меня патроны закончились, причем еще. Клавишу действия. Что, простите? Мне нужно срочно в магазин и купить патроны. Патроны в трупах. Это всегда действует. Угу. Спасибо за подсказочку. А что, на ты нашел? Нет. Не-не-не. Так, вот он какой-то. Ну-ка. Как открыть дверь? Я не знаю, как открыть дверь. Ой, я гранату... Ой, блин, я подорвал сам себя. Нормально вообще. У меня патроны закончились, короче, и все, и я не мог бить. Как открыть, короче, эту дверь просто? Тут еще один чувак был. Они... Волна отражена, ищите торговца. Идем за краской. Поля. Чего ты? Смотри. Что это за птичка? А, боеприпасы. Ясно. Они, получается, на карте разбросаны. Да, именно. Короче, я понял, каждое время, каждое... Нам надо бежать к торговцу, получается. Открывается эта дверь. Закругляемся с покупкой трейдера. О, блин. Нас хоть подождите. Здорово. Как покупать вообще? А, для начала торговли нажмите Е. Купить оружие, мочите. Так, у меня сколько? У меня сколько? Полный боезапас. Так, у меня 258 получается. Я не могу ничего делать. Золотая катана. Я не могу ничего купить. Так, все, выйти из магазина. Так, получается, следующая волна, надо... Ты куда идешь? Ты же не знаешь, что там могут быть дебилы. Сталкер, блин, это плохо. Тут, походу, сталкер есть. Знаешь, что бегать нельзя? Вообще? Да. Так, я никого не вижу. Я тут никого не вижу пока, но они, походу, идут сверху. Ты что купил? Я купил патроны и полный боекомплект. Нажмите клавишу действия. Так. О, прыгун, осторожнее. Так, вот с ним будут проблемы. Паук. Прикольный паучок. Я бы себе такого завел. Сзади, блин. Ты чё, блин? Не, на... Их слишком много было. Подожди. Их было слишком много. О, блин, нормально, еще и огнеметчик там был. Так, ладно, посмотрим за игроками. Слушай, по-моему, мы единственные, кто сдыхаем с тобой. Мы
Мы вернулись, мы продолжаем запись, и у нас тем временем уже, получается, мы отхилились. И у нас какая там волна третья? Третья волна. Найди его хорошее применение. Так, секундочку. Так, мне надо... Ты где? Я около вас. Ау! Вот они эти, паучки, милые. Боеприпасы нашел. Ага. Попробуй в меня попади. Все, минус. Так, помогаем. Я гранату брошу. Все. Блин, их дохрена. Ну ладно, сейчас справимся, не волнуйся. О, блин. Блин, сирена, это плохо, осторожней с ней. Она голосом убивает. Я еще жив пока что. Ай. На меня прям этот паук. Отстань. Блин, я сейчас тоже сдохну, и мне хана. И, не, единственный остался чел. Они прям окружают, и все. Ну да. О, нет. Сирена. Их 10 осталось зомби. О, все тело упало, одна пятая точка осталась. Так, за мной. Куда-то ведет этот. Кстати, я с ножа на туре быстрее. Ну да. Ну как я, знаешь, как я обычно. У всех игрок ножа быстрее. Да, согласен. Но у всех игрок с ножиком быстрее будет. Что за игра? Что за действие? Я один не догоняю. Ну что, торговля, нажмите Е. Чтобы это купить, нужно больше денег. Малыш, у тебя нет на что это купить, чтобы это купить, нужно больше денег. Так, мне нужно что-нибудь купить. У тебя нет столько денег. Я тут немного кэша оставил. Так, кто-то бабло оставил. Ты можешь хоть чуть-чуть постоять спокойно. Так, четвертая волна. Мне кажется, что если последняя волна будет, это будет патриарх. Вон они побежали. О, я сталкера замочил. Так. Патриарх, ты узнаешь, кто это такой на самом деле. О, мясник. А, блин, сталкер. Хоро меня окружать, вы. Не, нормально. Все зомби почему-то любят меня. Они хотят на именно меня первым убить. Сзади. Сзади, вон он, видишь, пуляет в тебя. Посмотри. Что-то их мало осталось. Сзади, сзади тебя.
Сталкера бей, сталкера бей. Ай, неудачно, соответ всех сожрали. Ну ничего, как говорится, первым блин комом. В следующий раз мы попытаемся получше. Мы продолжаем нашу игру, и мы решили сыграть в режим задач. Да, Илюха? Да, вот. Слушай, у меня скин другой, да? Ну да. Так, ладно, пойдем бить мутантов. Пойдем бить дебилов. А, где они там? Мне оставьте. Выношу сейчас одного патрона. Я сейчас мачете куплю и будет вообще ЗБС. Так, с орущей поосторожнее. Так. Сзади, если чё. Ладно, буду всех с ножа валить. Буду всех с ножа валить. Все. Побежали. Если мачете куплю. Так. Что лучше, мачете или топор? Возьму мачете. Так. Что тут у нас? Ага, дигл и винтовка. Еще полный боезапас. Черт. Все. Мачете. Я купил, даже не знаю. А, меня смотри. А, по тебе не наносится. Жалко. Я хотел тебя вот так попробовать, у тебя броня. Давай, идем. Помогите материально. Нужно денег. Как купить, я не понимаю. Как ему дать денег? Ой, как? А, у меня ноль. У меня... Где ждать? Я не понимаю. Я купил калаш, вроде как. Так. Так, ага, получается сейчас что тут? Короче, меня на деньги скинули, я, короче, купил калаш. Так, надо всех дебилов убить, ты понял? Фрешпаунт, если заспаунится вот этот раз, отбивальщик, это самый живучий, по-моему, перед боссом. Он меня постоянно бесит. Если что, если он появится, нападай на него вдвоем. Понял? Да, понял. Так, ну что, пойдем с мачете их. Так. У меня нет мачете, у меня до сих пор отходничий нож. Так. Прикрывайте, пока я буду варить. Я варю, прикрывайте. На. А, блин, фрешпаунд, помогайте. Вон он, блин, помогайте, это самый сильный. Он сейчас бесится и будет бить их. А вот вам, как так, вам такой поворот. Ну, ловите, ловите. Так, обходит, да, поосторожнее. Так. Ой. Куда лезешь? Куда лезете вы? Так, минус. Блин, это... Опять этот. Ощущайте меня хотя бы, не знаю. Нам надо... Самое главное сейчас убить этого дебила. Так.
Ах ты. Так ты зараза, иди сюда. Так, есть. Теперь надо всех убить. А зачем мне магнум? Нах мне магнум вообще? Я его продал, по-моему. Идем, рейдер. Идем посмотрим. У тебя сколько, кстати, монет? 1914. 1645. Ну, это потому, что я с мачете в основном рубил их. Молодец. Почти немного и личности. Да, у да с мачете их вообще прикольно рубить у них так. Мне нравится их с мачете. Это вырежу, если что. Ты запикаешь. Да, я запикаю, не волнуйся. Так, что тут у нас? Так, купить оружие, командос. Милый, ты вряд ли сможешь что сильно купить? Поднять. Оля, а? Ты не унесешь пока что-нибудь не радаешься. Пушки не растут на деревьях. Тебе нужно сейчас, подожди. Денег. Как накупить? Я продаю. Я хз, а как продать, блин? А, вот, продать. Не понимаю. Блин, я не успел. Я тоже не успел. Ладно, буду мочить их с револьвера. Так, угу. Вылечите инспектора Манижа. Вылечи меня. А, слушай, мне кажется, что это ловушка. Так, ну кажется. Погибнуть добраться воздушного корабля. Подкиньте этих медицинских ключек, иначе мне совсем тяжело придется. Не дайте погибнуть ему. Так, я буду его хилить, короче, а вы идите. Так, помогаем. Фэшпаунд! А, нет! Помогай! А! Бей! Бей его! Фух, убили. Слава богу. Дальше. Ну что так? Так, прикрывайте его. Я его подхилю. Давайте. Так, вот так. Флешпаунд, так, поосторожнее. Так, давай, я его хилю. Вы с этим отбивателем там справились? Флешпаундом? Я спереди, я не могу, я защищаю этого. Так, поосторожнее. Вон их там. Так, помогаем ему. Помогаем ему. Патроны.
За мной это приходит. Давайте, план эвакуации. Ну, короче... Тебя слили? Да, слили. О, нет! Фейспаунд! Убили? Убить оставшихся мутантов. Его надо подхилить. Есть. Так, он да подхилит. А, нет. Есть. О. Так. Ох, у него... Быстрее, там трейдер. Так, я себе куплю тогда топор, получается, вместо мачете. Я мачете продам, куплю топор. Как купить? Просто там будет рядом под оружием купить оружие. Ну там написано OE-варить. Там будет buy, а buy вот это типа. Нет, там нет. А вот, ну так не прям. И у меня мышка за место. Поздравляю. Мачете. О. Продать. О, бензопила доступна. А, нет, лучше меч. Меч. Так, магнум я продам. Давай. А, тут много... Не успел. А. Я опять отпил, что хрен. Не дайте погибнуть ему. Так, я буду его, получается, хилить. Просто понимаешь, у меня 2700. Так, есть, минус. Флэш, блин! Бьем, а на меня, на меня, на меня! Свали, свали, свали! Сдохни! Сдохни! Фу. Так, это защищ... Этого инспектора, инспектора хиль! Так, поосторожней ты там. Вон они откуда идут. На. Вылечи меня. Как? А, сейчас. Сейчас, блин. Все. А, фэшпаунд. Погоди. Убили, фу. Мясник, мясник идет. Помогайте, там фрешпаунд. Вроде все, по-моему, слили. А, нет. Где все? Я его подхилил. Он сейчас сдохнет. Так, хильте его. 30 секунд надо
Опять фэшпаунд, я его вижу. Ты же понимаешь, что если он сейчас пойдет, то все. Нам 10 секунд. О! А! Бей его! Блин, мы походу не сможем это сделать. Самое главное сейчас фэшпаунда убить. А, блин, как так-то? Я же тебе сказал, что мы не сможем. Господи, с этим... Ты сказал, что с этим молоторуки проблем больше, чем их патриарха. Так, мы продолжаем. Мы достигли другой точки. Так, идем за этими слитками. Зона высадки, это сюда. Бежим. Согласен, slow motion всем мешает. Так, ладно, короче, я за другим... Я попробую слиток забрать. Что это, золото нам надо? Да, получается. Я за золотом побежал. Тут у нашего чувака есть пауэрбук. Ясно. Так, я патроны нашел. Тут до хрена. Меня зажали, короче, еще. О, нет, это фрешпаунд, помогайте. Помогайте мне. Пожалуйста, помогите. Ай, больше всех его ненавижу. Больше всех его ненавижу. Давай, затащи. У нас, короче, другой чел подсоединился на нас. Это мой друг. Кавайный котик подсоединился. Давай, тащи. О. Сейф забрали, нет? Так, ну что, забирайте. Так, ладно. Отстань. Так, стоп, я... Ты жив еще? Я, да. Ты забираешь золото? Я заберу. Что надо сделать? На Е нажми. Попробуй на Е нажать. А? Взял? Мне нужно сейф распилить. О-о-о. Ясно, все. Уже двое слиты. Так, смотрю за тобой. Давай, сейф быстрее бери. Быстрее сейчас бери. Сейчас выходится. У меня мышка опять зависла. Ненавижу. Так, вон еще сзади у тебя зомби. Я знаю. И ты бронежилет не можешь взять? Меня мышка зависла, отстань. Так, все, есть, взял кто-то слитки. О, нет, фрешпаунд. Гребаный фрешпаунд. Жалко, меня оживить никто не может. Беги. О, с него бензопила упала. Беги. Они тебя схватили сзади. Давайте, тащите, пацаны, я скоро к вам присоединюсь.
эта серия, чувствую, будет долгой. Очень долго. Да, согласен. Очень мучительный и долгой. Так, ага. Да. Я тоже не люблю slow motion. Так, попробуй сваркой его, сваркой давай. Давай, сварку используй. Пока там нету, пока... А, они к тебе идут, если что. Бей. Остался, по-моему, твой сейф. Да, рядом с тобой сейф. Так, теперь иди сваркой быстрее его решай. Пока там никого нет. Надо сваркой, давай. Если что, сзади тебя зомби. Так, а как тогда его взломать, ты не знаешь? Так, если к тебе фрешпаунд попадет, тебе хана. Так, трое чуваков. Я? Так, давай, сейф надо как-то раз... Либо сваркой, либо еще чем-то. Попробуй сваркой подольше. Больше? Это сейчас 100% заряда сварки. Так, сзади. Почему? Так, они есть, спас слиток. Тут получается твой сейф. Остался мой сейф, и все. Я не знаю, только... Я, если честно, вообще хз, как отнести твой сейф. Хел. Так, давай быстрее, второй сейф остался. Твой. Сзади. Баба. Так. Ну, вон еще один. Там такое месиво. Помогите, пишет. Ага. А, это ты. Один. Если что, там мясник. Да я вижу. Русский. А может и не русский. Да иди. На Q нажми, подхиль себя. Вся рука дергает. Знаешь, какие обоймы на этом оружии, все. Ой, я туплю жестко, жестко туплю. А ты не пробовал взломать на Е нажать, или как-то так? Я пробовал, да не. Сзади. Еще сзади. Чего? Ха! Да, ладно, уже взяли слитки. Так, теперь идите, а я скоро к вам присоединюсь. Надеюсь, что тут возради... Я возражусь, когда вы сделаете это задание. Все, почти сделали. Да.
Давайте, несите, несите золото. 60 метров всего. О, блин, нет. Только не он. А, фу. Его убили. Так, давайте. Давайте, 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 давайте. Вы должны это сделать. Так, давайте. Давай, чел, беги туда. Давай, 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 давай. Нашел бронежилет. Угу, молодец. Давай, побежали. Бейте, бейте. Все, оставшихся убивайте. Осталось 8. Давай спокойно, Ира, спокойно. 3. Вон двое. Так, ага, получается, что делать теперь? Так, пойдем затаримся. Так, ага. Мне не помешает помощь. Ой. Какого правда? Так. Не знаю. Да, где-то дробаш вонючий. АК-47. На это у тебя не хватит денег. Так, ладно, беру калаш. О, пара двойные диглы. Беру. Дурак, пушки не растут на деревьях. Тебе нужно больше денег. Там мне вообще не нужно. Так, потом мне нужен дисковый арбалет, но он стоит довольно много. Вот, да. Так, все, калаш. Мы закупились. О, блин, нет. Я... Так, нам надо его бить. Патриарх. Предупреждаю, что Патриарх очень сильный босс. Он очень сильный, я вас предупредил. Хотя, может, и не такой уж и сильный. Куда он делся? Вы не видите его? Надо победить Патриарха. Ты не знаешь, кто это? Ты знаешь, что Патриарх это самое страшное чудище, которое тут лазит, это самый главный босс Killing World. Я просто искал, я просто наткнулся на информацию, кто это такой. И все. Ой, сорян. Так. Я случайно подавался на гранате. А где Патриарх? Слушай, без нас его убили. Без нас его убили. Все, его прибили. Получается, мы выиграли. Я так круто выгляжу. Ай, ну все. Все, мы победили.